стоять, стоять, спокойнее, не двигаться. Не двигаться, не, только не дергайся. Только не дергайся. Деньги, быстро, 500 рублей. Только не дергайся. Я дергаюсь. Быстрее, 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 быстрее. У меня только 300. А, мало, конечно. А, ну ладно, давай за 300. О. Держи. Называется Кра, так и наша програ. Шесть кадров. Время быстро несет, и на все эпизод нам дает режиссер. Шесть кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего в антрепри. Шесть кадров. Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею. Вот за что я так лю. Шесть кадров. Мама была Саша шила шлафен, шляпа. Ну как вам, товарищ командир? Молодец, Сергей, молодец. Продолжай заниматься. Красный площадь. Красный, красный. Глядишь, такими темпами мы через месяц его допросим. Обижаете, товарищ командир? Допросим мы его уже через недельку. А через месяц он у меня стихи Пушкина наизусть читать будет. Пушкина не надо. Война. Пусть тогда устав учит, зараза. Учи давай. Я? Да не я, ты. Я это русский знаю. Идрит. Эх, хорошо. Иван Иванович, тут к вам из налоговой поднимаются. Ира, меня нет. Ира, я в отпуске. Ира, закройте мою дверь на ключ. Побыстрее. Хорошо. Пару часов у нас есть. По магазинам! Вперёд! Японский телевизор плоский, микроволновка и кровать, ковер красивый весь в полоску, диван, что сядешь и не встать, магнитофон, стиралка, печка, добра тут всякого кругом. Ну, а в укромное местечко утюг припрятан был тайком. Эх, красиво. Красиво вы, Иван Михайлович, имущество описываете. Прямо не судебный пристав, а, в общем, приятно с вами работать. Вот что значит творческий подход. А вы, гражданочка, если кредит банку не вернете, то вот все, что в стих попало, считай, пропало. О, у меня тоже рифма поперла. Ну что, ладно, Иван Михайлович, пойдемте дальше, так сказать, творить. Как вы там сочинили? Японский телевизор, плоский, микроволновка и кровать. Творец. Какой? Тёшка, здравствуйте, 14-е. Всё, слава богу, не опоздали. Ну, сюда по дороге. Всё, счастливо, я поехала. Давай, счастливо будет. Давай. Так, всё, теперь главное к Верке. Мы работаем опоздать. Прибавили!
отелилась? Нет. Тогда баня сгорела. Тоже не то. Или кузнец умер. Кузнец? А? Не. Надо нормальную причину придумать. Я просто так по мелочи никогда бутылку не поставил. А может, немцы напали? Немцы? Вот это можно попробовать. Люба! Любовь Карповна, беда! Добрый день. Здравствуйте. Вы ценности принимаете? Да. Угу. Я бы хотел заложить деньги. А зачем? Мне очень срочно нужны деньги, поэтому хочу заложить деньги, чтобы получить деньги. Неужели непонятно? Нет, все понятно. Сколько у вас? 50 тысяч. Понятно. Мы можем дать за них только 45 тысяч. Правила ломбарда. Обдираловка. Ну что ж, давайте быстрее. Вы уже определились с выбором, что будете заказывать? Давайте фуа-гра. Не торопись. Я тебя в первый раз вижу. Подумай получше. Может, у нас сегодня ничего не получится. О, яичница возьми. Тогда яичницу. Хорошо. Что будете пить? Ну, давайте 400 граммов водочки. Разомнемся. А потом посмотрим. А вы знаете что? Принесите фуа-гра, двойную порцию. Я думаю, что сегодня все получится. Я понял. Я понял. Коллеги, я специально собрал вас тут, чтобы в реальных жизненных условиях испытать наш продукт. Ну как? Я же говорил, что у нас качественные противогазы. А вот над освежителем надо еще поработать. Привет. Здрасте. Понятно. Значит, не дождалась. Мам, а это кто? Не знаю, сынок. Ясненько. И здесь облом. А соседи ваши дома или как? Не знаю. А женщина там замужем или как-то? Замужем, двое детей. Понятно. И это не дождалась. Что же вы все не дожидаетесь? Ладно, будем искать. Может, найдем кого-нибудь? Здравия желаю. Заходите.
Сами стали. Вы откуда, товарищ враг народа? Из Магадана, товарищ Сталин. Откуда? Из Магадана. Что же мне с вами делать, товарищ враг народа? Отправьте ссылку в Сочи. Не понял, товарищ Сталин? А потом обратно в Магадан, чтобы он, так сказать, почувствовал разницу. Есть, отправить в Сочи. Надо искать для ссылок новое место. Видимо, в Магадане закончились места. Алло, дежурный слушает. Что? Убивают? Диктуй тебе адрес. Ага, записал. Секундочку, сейчас запрошу. Плющиха 42 на ближайшее. Повторяю, Плющиха 42 на ближайшее. Нет свободных машин, сейчас нет свободных. Понял. Сейчас, к сожалению, свободных машин нет. Ждать будете? Ага. Я сейчас еще раз запрошу. Плющиха 42 на ближайшее. Плющиха 42. Ты что творишь? Ты как играешь на площадке? Ты знаешь, что я с тобой могу сделать? Конечно, знаю. Поэтому так и играю. Ну, сделай что-нибудь, все обещаешь, что красавчик. Алло, а что происходит? Откуда он у нас вообще в клубе взялся? Этот, что ли? Да. Так он пришел массажистом. Потом играть было некому, вот он и затесался. Правда, противник ближе, чем на 3 метра к нему не подъезжает. Силовых приемов не проводит. Брезгует. А, это идея. Если его дриблингу научить, из него ценный игрок получится. Надо его только хорошо потренировать. Потренируй меня, хорошо. Ну, потренируй. Симпатяшка. Пошел он отсюда. Куда? В баню. Не на площадку же тебе! В хоккей играют настоящие мужчины! О! О. Заводной какой. Ну что, встретил, нет? Да нет. Слушай, а может, вот так попробуешь? Это туда. Ага. Спасибо. Удачи. Восемь. Девять. Десять. Так, это что такое происходит тут у меня? Я тебя спрашиваю, что тут происходит, а? Так, Зин, ты же сама хотела, чтобы я спортом занимался. Ну? Ну, я и занимаюсь. А большой спорт, Зин, он без допинга не бывает. Спорт, он, знаешь, он силы требует. Да, я вот сейчас еще грамм 50 махну и начну отжиматься. Раз, два, так. Три, четыре, пять.
Ну и где твоя злая собака? Собака! Ну, а что? О, а хорошо. Беру 2 литра. Почем она? Почем, почем? 120 рублей. Беру. Ох, и злая собака. Ох, плесни еще. Лена? Нет. Катя! Нет! Блин, да что за ерунда такая? Таня? Ну, наконец-то! Ой. Ну, правильно, Таня. Значит, это и есть как раз ваши диоптрии. Касса там, выходите. Слава богу. Да. Да. Результатов по-прежнему нет. Но ничего, ничего, ничего. Сейчас все будет. Так. Коллега? Да? Вот что вы просили? Так, отлично. Отлично, благодарю вас. И дайте чуть-чуть цветов. Вот так вот. Да, да, получилось, Андрей Альбертович. Пошел, взял цветы, пошел к ней, идет. Есть! Размножение началось, Андрей Альбертович. Вот, вы только посмотрите, вы только посмотрите на это. А? Сан Саныч, вы гений. Это что я? Это мы, так сказать... Все вместе. Галя! 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 Чего ты орешь? Имей совесть, а? Пусти переночевать. Переночевать тебе, да? Да. Сейчас. Вот. Иди ночуй. Вот, спасибо тебе, добрая женщина. Спасибо. Дома, наверное. Видите, я просто зашла посмотреть, ну, проверить, чтобы 2 раза потом не бегать. Ой, хорошо. Спасибо вам. Эх. Раз, два, три, 4. Хорошо. Всего доброго. Пожалуйста. Всего доброго. Добрый день. Аналогично. Немножко проигрался. Очень нужны деньги. Предлагаю в залог государственную тайну. Государственную тайну? Именно. Да.
берете? Ничего не говорите, пока не продавайте. Через неделю зарплата в конторе. Это чёрт. Я обязательно выкуплю обратно. Через неделю вы здесь, я к вам. Все, да? Всё. Вас все. Ну, я надеюсь. Безусловно. Как таланта сестра называется Кра, так и наша програ. Шесть кадров. Время быстро несет, и на все эпизод нам дает режиссер. Шесть кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего в антрепри. Шесть кадров. Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею. Вот за что я так люблю. Шесть кадров.